Новейшие аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы для оценки физиологических показателей пациента, шприцы, дозаторы и другое медицинское оснащение. В отделении анестезиологии и реанимации появилось 24 койки для больных коронавирусом. Всего для комфортного лечения пациентов в госпитале для ветеранов войн оборудовали 240 мест. Идет оборудование госпиталя новым газификатором на большее количество кислорода, потому что нагрузка на него будет очень большая. Все эти пациенты имеют большую потребность в увлажненном кислороде. У нас в госпитале установлено новое оборудование, уже сейчас подключено к нам. Вы видите, это для подачи увлажненного кислорода и для обеспечения искусственной вентиляции. Госпиталь будет принимать пациентов с ковид со всей области. Госпитализировать их будут по направлению из поликлиник. Экстренно, а также в случае ухудшения состояния, они могут обратиться самостоятельно. Для госпитализации им понадобится паспорт и страховой полис. В помощь сотрудникам областного клинического госпиталя ветеранов войн направили 20 ординаторов, столько же студентов и 15 врачей-специалистов из числа профессорско-преподавательского состава медицинского университета РИАВИС, включая ректора. Все медики прошли дополнительное обучение. Все сотрудники госпиталя сегодня прошли специальную подготовку по 30-часовой программе, которую нам обеспечил Государственный медицинский университет и наш Самарский частный медицинский университет. Наша задача просто все эти силы концентрировать, рассредоточить так, чтобы 240 пациентов мы могли принимать на должном уровне и оказывать медицинскую помощь в рамках тех регламентов, которые прописаны протоколом ведения больных. Эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшается. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области увеличивают коечный фонд. На прошлой неделе создано около 700 коек. Дополнительно запущено еще 300 в первой городской больнице Тольятти. Подготовили еще 180 и в 8-й горбольнице Самары. Запустили прием пациентов с ковид и клиники СамГМУ. Для этого подготовили 100 коек. Кроме того, в Самаре создан центр для координации работы по оказанию помощи пациентам с пневмонией, ОРВИ, COVID-19. Он функционирует на базе Самарской городской клинической больницы № 15. Елена Малютина, События.